Актер Максим Дрозд был женат трижды и имеет 4 детей от этих браков, но сейчас снова холост. В 1991 году в 20-летнем возрасте артист в первый раз пошел под венец с бывшей одноклассницей Лилией Фоминой, которая работала хореографом и балетмейстером. У них родилась дочка Дарья, ставшая со временем чемпионкой мира по настольному теннису. Дрозд прожил с первой супругой 11 лет, после чего они расстались. Дочь осталась с матерью, сейчас они живут в Риге. Второй брак. Через год он женился на Анастасии Бровкиной, которая еще раньше родила от него сына Егора. Уже после свадьбы у Максима и Анастасии родилась дочь Мария, но вскоре после появления девочки на свет родители расстались. Несмотря на развод, Дрозд продолжил видеться с детьми. Их совместные фото появляются на страничке актера в Инстаграме. Третья жена – Виктория Полторак. С третьей женой актрисы Викторией Полторак артист познакомился на съемках телесериала «Проклятый рай». Официально они расписались в 2010 году, когда супруга сделала Максима отцом в четвертый раз, родив дочь Софию, но позднее и этот брак разрушился. Через два года в прессе появилась информация о новой избраннице Дрозда. По мнению репортеров, ею стала Анна Ардова, которая ради Максима даже рассталась с мужем, с которым прожила 20 лет. Слухи об этом романе ходили уже давно, но актеры старались не афишировать личную жизнь. Позднее Дрозд прокомментировал данную ситуацию, объяснив, что с Ардовой его связывают только рабочие отношения. Также Максиму приписывали роман с Эвелиной Блёданс. На одной из вечеринок артисты вели себя раскованно, хотя поклонники уверены, что звезды играли на публику. В октябре 2019 года Дрозд стал героем передачи «На самом деле». В редакцию телешоу обратилась жительница Таганрога Марина Катеринец, которая сообщила, что с актером ее объединяет романтическая связь и рождение ребенка. Эта новость удивила артиста в эфире, он опроверг утверждение женщины. Слова Максима подтвердились после проверки на детекторе лжи.